Какая цель вашего визита в Москву? Шопинг. Красная площадь, Москва. Встречай. Мужчину и подружки мои. Вот, сейчас собираемся в город. Вот, собираем чемоданы с собой, потому что вечером после ужина едем к Кале, к подружке Рената. Скажи, пожалуйста, это называется наш лес. А это наши друзья-олигархи. Это Руфина и муж Тима. Это наш лес. Интересно, как он тут живет. Хорошо живет. Сколько получаете? Сколько налогов вы платите? Нет, это конфиденциальная информация. Я просто не сталкивалась с проблемой поиска работы. Может, потому что у меня такая специальность. Мне было легко найти работу. Ну, судя по нашим, в общем, знакомым, тем же, да, можно сделать вывод, что с работы как-то тоже, да, не все просто. Либо, может быть, не то, что не все просто, когда мы, имея какой-то статус в одной стране и в одном городе, переезжая в другой, хотим такого же статуса, никак не ниже. И очень, наверное, психологически сложно пойти на ниже оклад там или чуть ниже должности. С одной стороны, всегда, мне кажется, такие переезды – это один шаг вперед, два шага назад. Все, мы припарковались, получается, возле станции метро и поедем сейчас на метро до центра, потому что там на машине центр не очень. Станция называется «Парк Победы». Сейчас Руфина себя туристом почувствует с нами. Я? Да. Какая цель вашего визита в Москву? Шопинг. Здесь и говорить-то нечего, все знают, где мы находимся. Красная площадь, Москва, встречай. Главный каток и главная елка страны. Это ГУМ. Да, главное Гидермаркет. Это как Харатс в Лондоне. Ну, здесь мы можем вполне возможно встретить какую-нибудь звезду, понимаешь, российскую. Они здесь отоваривают. Идем в парк Зарядье. Это новый парк. Сейчас посмотрим, как там его сделали. Вечером сегодня видимся с Галей. С Сашей. Пойдем в китайский ресторан.
так в Лондоне жил, так в Москву приезжал проездом. У нас вообще, да, такие... Мы вообще шпионы. Схемы, да, мы так деньги зарабатываем. А ты не боишься, Руфина, что ты такую информацию как-то знаешь? Руфина теперь сообщница наша. Блин, подождите, вы меня не спрашивали об этом. А я вообще не хотела вложить эту информацию. Весь день едем в Цветовой. Приезжаем, голодные. Пойдем куда-нибудь, зайдем перекусить. Выходим, уже ночь. Все, и у нас ночная съемка начинается. Красивый зеленый парк. Принесли на 6 или 7 меню разных, разных ресторанчиков. Они все здесь находятся, наверное. Все, одна сеть.